Как сделать самолет из бумаги? Ласточка, оригами. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы сделаем самолет, который будет называться ласточка. Знаешь, сгинаем вот таким образом. Сюда. Этот край в противоположную сторону загинаем. Вот так вот. Теперь этот край гнем вот сюда. А этот край гнем вот сюда. Вот эту вот часть мы отрываем. Это будет у нас хвост. Мы его будем крепить дополнительно. Его, знаешь, можно сразу подготовить. Вот так. Теперь сгинаем напополам. И еще напополам. Типа гармошки. Теперь, где четвертая часть, мы его надрываем. Это будет наш конец хвоста. Он будет у нас стоять вот таким образом для балансировки. Пока в сторону отложим. Так, теперь наш получилась у нас такая вот заготовочка. Мы ее сворачиваем вот таким образом. То есть сгинаем по нашим линиям. Немножко подровняем. Эти края и гнем к центру. Вот так вот. Теперь здесь мы должны очень интересную штучку сделать. А дальше мы вот так согнем к центру и так. Сперва так, хотя разницы нет, хоть так, вот так. Откуда начать? Так гнем. И теперь в противоположную сторону. Хотя нам важны сейчас сами сгибы. Для того, чтобы вот этот уголок мы потом оригинально согнем. Друзья, подписывайтесь на канал. Также смотрите рекламу от Google. Возможно, она вас заинтересует. Вот. А теперь самое интересное. Значит, еще раз прогнем. Значит, теперь мы все это сложим таким образом. Короче говоря, чтобы эти уголок у нас оставался вот так вот. Здесь то же самое берем и сгинаем к центру. В принципе, гнем по нашим углам.
Получилась вот такая вот заготовочка. Так, теперь что мы делаем? Вот эти кончики гнем сюда. Переворачиваем. Эту часть выгибаем мы вот сюда. А теперь загинаем. Загинайте аккуратно, чтобы вот здесь не произошел разрыв. Загинаем крыло. Немного его под углом гнем. Получилась вот такая вот заготовка. Крылышки подогнули. Подровняли. Теперь берем хвост и ставим его вот сюда. Точнее даже можно между вот этой вот, вот так, в нижнюю часть. Все, наша ласточка готова. Вот такая вот красивая ласточка. Заходите почаще. До скорых встреч. До свидания.